Нашим цыплятам исполнилось месяц. Кормим их, как обычно, кашами. Ну, немного уже добавляю комбикорма. В выходные дни каш не было, кормили комбикормом. Ну вот они, выросли. Сейчас много дают, сейчас зелени. Ну, сейчас. Надо как-то снять, а почему? Ну, зелень. Сейчас зелень пошла. На улице уже травка свежая. Да, потеплело, но сегодня опять было холодно. Вот они уже какие стали. Цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа. Вот эта порода хорошая попалась. Партия набирает вес. Уже сегодня месяц ровно. Здесь взяли еще одну партию. Вот они. 12-дневные. Цыпа, 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 цыпа. Здесь 20 штук, чтобы не было перерыва. Сейчас пойдем взвешиваем. Цыпа, цыпа. Опарыша, вот этого опарыша последнего я вот этим уже скормил. Все, опарыша нету. Мухи что-то не откладывают яйца, поставил на улице. Ну еще прохладно. В помет уже здесь, а в помет ложат. Куриный помет. А на улице мясо еще не ставят. Вон муха возит. Вон мухи уже. Это они в пометы откладывают. А на улице еще прохладно. Сейчас мы-то взвешиваем. Где здесь? Сейчас крупненького возьмем. Ты бери лучше средненького, средний вес, чтобы было. Где здесь средний? Они какие-то все одинаковые. О, вот средний. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Пойдем. Так. Вот он крупный. Кило 120, да. Кило 120. Это средний. 120. 930 грамм. Ну вот, набирает нормальный вес. Еще месяц. Все, можно будет резать. Давай отнесем. Опарыша им давал тоже, но опарыша не хватило. Думал, на дольше растяну. Вон тех маленьких взял, их много кормил. Я этим уже понемножку выкончился. Еще рассчитывал, что на улице пойдет, а еще на улице нет. Ну ладно, подождем. Сейчас через месяц будем брать новую партию, этих уже на мясо. Те уже будут на опарыш расти. Ну все, снимем теперь через сколько, когда? Когда, наверное, резать будем, покажем, какие будут. Че? Растут, все. Едят все подряд? Едят, ну вот каша. Ну, хорошо, основном. Уже весна, зелень на улице, да? Да, уже вот зелень кормим. Че, едят мы их вот с отходами кормим в основном. Выходные праздники шамайские были, вот там корма им давал. А так в основном только на кашах они сидят. Со столовой. Ну, ну и такая, что вон там видно маленький. На корону нет, это все. Ну такую кашу они взяли. Ну-ка, а эти сколько весят? Ну-ка, вот сколько им сегодня? Ну, сегодня 11 дней. 11 дней. Тихо. Ой-ой, подожди. 230. 160. Растут нормально. Вон
снимем теперь через месяц. Как этих будем колбасить. Покажем вам, как они выросли. Все, ладно, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.